Друзья, всем привет! Добро пожаловать на наш канал RavitZTN. Желаю всем приятного просмотра. Вот вы как раз спрашивали, давненько не было маслкаров. И вот сегодня две штуки сразу новые завезли. Chevrolet Camaro RS и Dodge Challenger. Так, давайте рассмотрим повнимательней. Так. Так, Chevrolet Camaro завезен с CarMax. Видите, надпись CarMax из Америки. Так, парктроники. Вот такая решетка из пластика на заднем подпрессе. Шины Nashline, новая резина. Сверху есть люк. Салон черный, кожаный, комбинированный, вернее, желтый с черными цветами. Так, 2010 год, 3,6 литров движок. Так, Camaro. Их цены варьируются от 15 до 18 тысяч, друзья. Если смогу дозвониться до хозяина, уточню конкретно, сколько стоит. Здесь тоже шилдики S5. А на дисках вот тоже желтые полоски такие, видите? Дизайн. Прорези на задних крыльях. Здесь тоже такой вот аэродинамический дизайн. Так, автоматическая коробка на автомате. Руль тоже очень красивый. Сиденья анатомические, спортивные. Как-то так. В процессе, если появится, уже откроют. Более подробно сделаем обзор, друзья. Двадцать дюймов диски. Красиво. Далее идет Dodge Challenger. А, вот Chevrolet Camaro 2010 года, друзья. Здесь тоже прорези, смотрите, в центре капота. Так, далее идет, значит, Dodge Challenger, тоже 20-дюймовые диски, новая резина. Здесь на багажниках, видите, какие воздухозаборники, и здесь тоже мощный мотор. Номера здесь, смотрите, какие, Maryland, американские. SRT 2017 год, 3,6 литр мотор. Обвес здесь, смотрите, какой. Снизу щитов. Огромная машина, полностью вся черного цвета. А салон кожаный, красный цвет, кирпичный. Черная панель приборов. Люков нету. Fuel. Здесь вот такой спойлер на багажнике. Dodge. Надпись Dodge. Вот смотрите. Сзади. Фары не сплошные, а по отдельности. Погнали дальше, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Поддержите видео репостами.
а мы продолжаем наш обзор. Так, друзья, вот как раз вы просили меня показать бюджетные авто до 3000 долларов. Вот, 2007 года Kia, цвет зеленый металлик, механическая коробка на газе в Инguru. Kia Picanto LX. Так. Также вот это бюджетное авто, они в районе 4500 долларов, Nissan Tiana, 2004 год, 4200 как раз вот здесь цена стоит на ценнике, цвет серебристый металлик. Да, светло-серый кожаный салон, друзья. Автоматическая коробка, руль вставками древесными. Все, люков нету. Рули, как обычно, на них перекидка. Заводские диски Outage. А, это Axis притом, друзья. Вот облицовка Axis. И на дисках тоже надпись Outage. Tida Axis, поэтому и кожаный салон. У них более жирная, особая комплектация у Axis'ов. Tiana Axis Outage, да, вот надпись. Да. Так. Здесь Эль Гранде, я не забыл, вас интересовали, просто хозяева пока не на месте. Не знаю, в течение дня, если придут, снимем, если нет, будем двигаться вперед. Вот как раз вы все время пишете, показывай побольше BMW, показывай побольше BMW. Вот, здравствуйте. Как раз две BMW рядом друг с другом стоят. Японцы. Японцы, заводские левые рули на обеих. Не битые, не крашеные, с оригинальными пробегами. Все документы есть, могу все доказать. Да, все есть, документы, говорит, могу все обоснованно, все есть, показать. Так. Это полный фулл, да? Полный фулл комплектация. Это 3.04 квадрат. 3.04 ведущих, да? Да, да, да. Полный привод. Да, а вот. Это M-пакет. 330XI. А этот, смотрите, M-пакет 323i. 2.5 мотор. 2.5 мотор, да. Шины Continental. Новые заводские диски, новые шины. Здесь тоже тонкопрофильная резина, смотрите. Машины без проблем, только надо масло поменять и все. Кованные диски. Отвечаю за любое слово, да, которое я говорю. Все, начнем с этого, наверное, с полного привода. Год какой? Пробег год. 92 тысячи. 2005 год, друзья. 92 тысячи километров пробег. Так, 6 цилиндров, мощность лошадей какая? 3.0, не знаю, сколько будет. Да. Не знаю. Ладно. Наверное, 240. Да. В районе 240. Да, 2.5, знаю, что я 192, да. Это, наверное, 200. Ветровики, люк, плавник. Цена какая на него? 11 тысяч долларов. Черный салон, кожа. Регулировка кресел.
запоминание, память. Так, мультируль. Чистенький, ухоженный, свежий салон. Так, мульти. Жестик мультимедии, смотрите, друзья. Типтроника автомат, большой монитор. Древесные вставки. Древесный старт-стоп. Так, здесь различные режимы управления и настройки с обеих сторон, смотрите. А здесь подрулевые лепестки, смотрите. Плюс-минус. Так. Больше таких машин не будет, правда? Да. Шикарная машина. Да. Полностью черный салон. Только вот на торпеде вот такие вставки с древесной фактурой. Все. Тут управление на дверях. Здесь управление боковыми зеркалами, а это стекла. Так, кондиционер сзади, кондиционер спереди. Так. Большой багажник. Да. У него покрышки брон. Что? Бронированные покрышки. А. Задняя камера тоже есть. Задняя камера, да. $11,000, друзья. Кого интересует, можете заранее звонить, бронировать, чтобы данные машины для вас. Далее идет вторая BMW, это какой год? Это шестой год. Шестой год. М-пакет это. М-пакет, 2,5 литра движок. Тоже шестицилиндровый. BMW. Обе машины, брат, мотор, коробка, ходовой час, ни одного доллара тратить не надо. Да. Только масло поменять и фильтр, все. Вложений никаких не требует, друзья. Вы находитесь в идеале. В идеальном состоянии. Да. Если что, я отвечаю, брат. Буду, а это пробег, вот платить. Смотрите, 86 468 километров. Оригинальная бирка его. Это когда масло поменяли? Да. А сейчас, а сейчас 98. Сейчас 98 тысяч километров. Пробег, да, масло нужно менять. А аукционники 98, как я купил. А аукционник есть, Сайн, все есть. Бош, что это? Не знаю, это, наверное, это марка, это масло, которое поменяли они. Такой, а это год, когда масло купили, да? Нет, 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 нет. Это, а по, это когда масло поменяли. А аукционник на машине, год, брат. Я все докажу. Да. 4Б оценка, оба машины. Обе машины 4Б оценки. Не битая, не покрашена оба, брат. Да. Здесь смотрите, значит, на порогах вставки такие, это с надписью М, да, с надписью М. Так, здесь, значит, сиденье Алькантара, обшивка сидений, обивка из Алькантары. Здесь вот эти вставки из алюминиевого, в стальном стиле таком. Тоже мультируль, мониторов здесь нету, аудиосистема. Два аудио. Да. Changer. Стереосистема, да. Чейнджеры, CD-чейнджеры. Багажники. Да, багажники. Мультируль. Так, потолок тоже обшит алькантарой. Люков здесь нету. Диски тоже вот такие. Оригинальные, брат, все оригинальные. Алюминиевые, оригинальные сзади диски. Сзади обе широкие, впереди узкие. Да.
черный салон из Алькантары. Так, Санч Ханель, тоже 11 323 ай. Да, еще есть пятерка BMW. Е60. Салон 2006 год. Да. 80 тысяч пробег, оригинальный тоже. Да. Тоже не битый, не покрашенный. Да. Все. Так что пишите, кого интересует, звоните или пишите. Обе за 11 тысяч. Это полный привод, а это М-пакет. Японский универсал есть тоже, да. Это аукционник. Аукционник тоже есть, все есть. Если не надо, аукционник, наверное, берег мят на рынке. Два красавца. Пишите в комментариях, кому который нравится. Этот движок мощнее и с полным приводом. Вот ВИН-код. Японские ВИН-коды, я не знаю. Брат, аукционник дома, вот ты знает, смотри, пишите. Если надо, я через Viber могу отправить аукционник тоже. Через каждые 2 года Япония техосмотр идет. Да. Смотри, когда это, сейчас скажу, в 2015 году, когда техосмотр прошел. Потом в 2017. Да, потом в 2017. Это, в 2015 65 тысяч пробег был. Да. В 2017 году 80. Когда я купил, 90, это, да, 7 тысяч был. А аукционники, да, как я купил, 97, и так и написано. Да. Если что, я могу показать, брат. Да, все. Машина чистый, 6-й год. Вот чистый, 6-й год, брат. Да. Это бриф его. Это заводской документ его, бриф, да, называется. Да. Это все тоже есть, все, аукционник тоже есть. Это, да, это тоже 4-5 оценка, 92 тысяч, когда я купил из аукциона. Как я купил, даже царапка на этой машине нету. Да. На этом задний бампер 2 царапки есть, даже на аукционнике указано. А да, на этом ни одного маленького царапка тоже нету. На дисках тоже нету ничего. Да. Обе диски смотрите, если царапка найдете, скажите, царапка. Да, че, все, отлично. 330 XI. Тут подогрев сидений тоже на этом 3.0, который есть. Да, здесь подогрев сидений даже есть. А это M-пакет, это уже спорт пакет, спортивная машина. Да. И что здесь? Что здесь от M-пакета? Кроме дисков, что еще от M-пакета? Ну, сиденье, это ходовой часть, видишь? Обвеска. Такой вещи, как это. Клиранс ниже. Да, да, да. И на M-пакете. Подмышки, это спортивные сиденья, это не такой, как, да, в, да, на этом. Разница большая, брат. Да, анатомические. Кто M-пакет любит, здесь, например, любит, оценку обнимают спину, он понимает, что M-пакет и что вот такой. Да, на руле тоже вот шилдик, да, да, от, да, M-пакета. Символ. У меня дома еще японский универсал 211 кузов в E-класс есть. Да. Тоже оригинальный проект, белый цвет. Если эту машину увидите, как завозку из конвейера. Да, да. Просто я рынок не вожу сейчас. Да. X-Trail почем? Это 6 тысяч. 6 тысяч? Это тоже завозка и X-Trail. Это полный тоже привод? Нет, только бы передний привод. Да, да, экономичный очень. Год пробег какой? 5-й год, 159 тоже оригинальный. Да. Это Тиана тоже мой Axis. Аксис почем? Аксис, да, это 10 тысяч. Откройте, посмотрите, какой 10 тысяч? Да, год. 12-й год. 12-й год, пробег? 85. 85 тысяч километров. Подожди, подожди, сейчас откроем. Подожди. Аксис Аутэч, Икстроник CVT на вариаторной коробке. Цвет серебристый, металлик. Диски тоже все от Аутэч, смотрите, заводские оригинальные диски Аутэч. Все, все свой. Да. Черный кожаный салон. Да, есть, ну, и пригласи.
бесключевой доступ. Шикарнейший салон, чистый, полностью свежий, как будто вообще не садились. Коврики с надписью Тиана. Здесь лакированная вот эта панель, где коробка передач. Так, большой монитор. Смотрите, мультимедиа. Так. Отлично. Ветровики. Так. Облицовка его. А таксист, смотрите. Хром-никель. Так, а это передний вид X-Trail'а. Тоже это ваше, нет? 12-й год, 6000. 6000 долларов, да. Тида Аксис. Да, да, да. 12-й год, вообще супер состояние машины. Да. Смотри, какой у него салон. Да. Пробег какой? Цвет белый жемчуг с плёстками здесь. Смотрите, как сверкает. Бесключевой доступ. Комплектация Аксис. Тоже оригинальные диски Outage. А, здесь правый руль, да? Не перекидка, да. Кожаный салон, черный кожсалон. Так, тоже вариаторная коробка, мультимедиа монитор. Здесь ветровики по бокам. Аксис. Черный кож салон, тоже чистый, ухоженный. Все. 48 тысяч километров Nissan Tiana всего-навсего. Цвет очень красивый. Мокрый асфальт. Так, с бесключевым доступом. Салон из ткани кремовый, автоматическая коробка, мультируль. Монитор, все есть. Люков нету. Шторы на задних дверях. Все. $230 GK. Этот почем? $5000. $230 GK. Все. Год какой? 2006 год. Колпаки.